что ж, доброго дня, я не знаю, вечера, утра, кто смотрит наш сегодняшний видеодневник, наш видеорепортаж о том, как мы готовились к третьему отборочному туру под названием, танцевальный конкурс под названием Dance Cup. Веру Емельянову мы успели поймать. Вер, ты как организатор данного мероприятия, скажи, пока за кадром, какие были плюсы, какие были минусы, и как проходила организация праздника? Ну, могу сказать, что все очень готовились, особенно наши клиенты, которые вчера, по крайней мере, я заходила в 11 часов вечера, они все залы были заняты, они все танцевали. Честно говоря, вот видеть людей, которые так стремятся к победе, это просто вот такое ощущение вау. Я поняла, что сегодня будет просто супер, потому что вчера они были готовы просто порвать всех. Ты отслеживал первый и второй тур танцевального конкурса Dance Cup. Каковы были результаты? Кто понравился больше всего? Ой, вот каждый из участников был просто великолепен и затронул, там, наверное, все струнки моей души. Поэтому не могу выделить какого-то одного, одну группу какую-то, да, одну студию. Я их всех люблю, что могу сказать. Я вас люблю. Ну что ж, большое спасибо, занимай место, как говорится, согласно купленным билетам. Ну а мы сейчас далее пробежимся по нашим участникам, пробежимся по нашим клиентам и обязательно познакомимся с участниками жюри, которые сегодня будут судить наших сегодняшних участников нашего конкурса под названием Dance Cup. Отправляем. На данный момент мы встретили инструктора фитнес-центра Менделеев Павла. Паш, скажи, пожалуйста, какую роль ты занимаешь в организации праздника? Я преимущественно как зритель. Будем оценивать со стороны работу наших тренеров и наших клиентов. Прямо сейчас мы проходим «Святая святых», где идет инструктаж среди членов жюри. По каким критериям будет отбираться, какие будут баллы ставиться? И мне бы хотелось вам представить Радика Ишмурзина. Радик, добрый вечер. Скажите, пожалуйста, пока вот никто не видит и не слышит, как готовится непосредственный конкурс, о чем сейчас идет разговор? Шибко обсуждаете какие-то проблематичные темы? Готовы ли поделиться? Нет, это... как сказать, обсуждают маленькие секреты и как бы критерии оценки, как будем судить. И пока я вам ничего сказать не могу. Спасибо большое. Я думаю, что Алис танцевальной студии Right Dance, думаю, что поделится, возможно, он какими-то секретами. Отправимся на него. Мы пытались сейчас у Радика Ишмурзина узнать, выявить тайны вашего обсуждения. Какие вопросы вы сейчас решаете? Как будет судиться? Какие будете баллы присуждать? Или что? Что именно? Какие баллы будем присуждать? По какой градации судить? Какие номинации? По каким критериям? Вот. А какие номинации сегодня будут выставлены? Соло, дуэты и командные выступления. Кому-то даете личное предпочтение? Ну, я имею в виду в номинации. Номинации? Ну, командным, наверное, больше. Потому что это тяжкий труд в команде работать. Поэтому... Алис, большое спасибо, я не буду отвлекать. Ну, а мы с вами, наверное, увидим в самое ближайшее время либо на сцене, либо постараемся в кулуарах пробежаться и познакомиться с нашими участниками и с клиентами фитнес-центров «Барбара», фитнес-центр «Королев» и фитнес-центр «Менделеев». Dream.